Республиканская психиатрическая больница отметила 55-летие. И хотя сама психиатрическая служба зародилась в Чувашии намного раньше, планомерное ее развитие связывают именно с открытием больницы. Лекари души чествовали в Чувашском драматическом театре. Душевные болезни – это осложнение болезней общества. По статистике, каждый третий житель земного шара страдает нервно-психическим недугом. Чаще всего это депрессии, неврастении, фобии. Словом, психиатры не сидят без дела. Профессиональная помощь в Республиканской психиатрической больнице оказывается стационарно и амбулаторно 24 часа в сутки. Телефон доверия. Здравствуйте. 55 лет назад психиатры владели достаточно ограниченным арсеналом средств. Сегодня их возможности заметно расширились за счет использования новейшего оборудования и препаратов. Но по-прежнему главным лекарством остается душевное тепло, сострадание и безграничное терпение. Многие пациенты обязаны медицинскому персоналу больницы своим самочувствием, работоспособностью и, наконец, просто желанием жить. Сегодня Республиканская психиатрическая больница – одна из крупнейших в Чувашии. Во всех ее подразделениях работают около 1000 специалистов. У нас работают 8 кандидатов медицинских наук, 8 заслуженных врачей Чувашской республики. И сегодня сформирована высокопрофессиональная команда врачей, медицинских психологов, социальных работников. За 55 лет Республиканская психиатрическая больница из обычного медучреждения превратилась в многофункциональный комплекс, где проводится лечение, реабилитация и огромная профилактическая работа. Чувашская психиатрическая больница – одна из лучших психиатрических учреждений Приволжского федерального округа. Много делается для наших пациентов. Очень поставлена хорошо работа, связь, преемственность амбулаторного, стационарного звена. За последние 5 лет сделано очень многое. Я в вашем регионе не первый раз приезжаю, многократно был, когда еще не было новой больницы. А то, что сейчас я вижу из года в год, показатели улучшаются. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Андрей Шоклев, Республика.